Уважаемые телезрители, в эфире программа «Северный дом». В студии Галина Эдин. Здравствуйте. Наступило календарное лето, и на первый план выходит тема организации летнего отдыха детей. В 2019 году на отдых и оздоровление детей в этнической среде на территории муниципальных образований округа в бюджете предусмотрено более 13 миллионов рублей. В округе будут работать 13 этноплощадок и 19 этнолагерей, в которых смогут отдохнуть порядка 2500 детей. Еще 260 коренных северян отдохнут за пределами автономного округа. Свыше 44 тысяч детей отправятся на отдых в климатически благоприятные регионы России. Всего же этим летом в детских лагерях и базах отдыха побывают более 100 тысяч юных югорчан. До конца лета в Югре будет работать единый справочный телефон, позвонив по которому вы можете задать специалистам любые вопросы по организации летнего отдыха вашего ребенка, как внутри региона, так и за его пределами. Детские сады прочно вошли в современную жизнь не только городских, но и сельских жителей. А знаете ли вы, когда появился первый детский сад для детей коренных малочисленных народов Севера? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы предлагаем вам отправиться в национальное село Козым. Тем более есть замечательный повод – сельский детский сад «Олененок» отметил свое 80-летие. За точку отсчета взят май 1939 года, когда стали набирать персонал для сезонного детского сада. Когда-то «Олененок» состоял всего из одной группы. Сейчас же это полноценное детское дошкольное учреждение с богатой историей, традициями и новыми оригинальными проектами. В этом убедились наши коллеги из Белоярского информационного центра «Квадрат». Им слово. Архивные источники говорят, что первые сезонные детские площадки были организованы в Козыме еще в 1936 году. Детский сад появился 3 годами позже. Сначала это была всего одна группа с полусотни ребят. Потом садик въехал в бывший 4-квартирный дом, далее был выстроен деревянный комплекс. А 10 лет назад новоселье отпраздновали в капитальном здании. Сегодня сад посещают 102 ребенка. Одна из групп особенная. Здесь изучают хантыйский язык методом погружения. Первые выпускники группы уже учатся в школе. Это второй набор, 20 ребят. Занятия, как положено по программе, идут на русском языке. А вот игры, да и сама среда в группе, все помогает изучению хантыйского. Группа у нас разновозрастная, но тем не менее мы находим с детьми общий язык. Это как в обыкновенной разновозрастной группе. Малыши смотрят на старших, старшие на малышей. А язык у нас также продолжает звучать во время всех режимных моментов. Малыши, они очень хорошо понимают. Все обращения тоже подключились очень хорошо. И те дети, которые влились в этом году в нашу группу, 5 человек новеньких детей старших, они тоже с удовольствием отвечают на вопросы, понимают речь. Проект носит название «Дети Козымской земли». Это немного переработанная идея 2012 года. Именно тогда группа, где методом погружения изучают хантыйский, впервые открылась в Олененке. Ту программу дополнили, расставили новые акценты. Больше акцент сделали на работу с семьей, потому что все-таки с семьи очень многое идет. И чтобы приобщить малышей, нужно и родителей многих приобщать именно к культуре, к языку. Ну и, конечно же, взаимодействие с социальными объектами нашего поселка, те, которые нам могут помочь тоже реализовать наш проект. В первую очередь, это этнографический музей. Мамы и папы, бабушки и дедушки помогают шить костюмы и мастерить различную атрибутику для группы. В ходе мастер-классов взрослые тоже учатся друг у друга. Я вот сильно вот эти не умею, вот эти вот узоры шить, а вот полоски я сама шью. А вот эти вот как, что делается, вот мы этим учимся. Вот нагрудники разные. Я вот по-другому, у меня прямоугольный нагрудник, а тут вот он уже как круглый. Вот такому научились уже. Детский сад национального села Козым изначально ориентирован на приобщение детей к культуре коренных народов. Ведь большинство воспитанников здесь из хантыйских семей. Те же традиции продолжает и школа. Мы с ними делимся впечатлениями, приходим, перенимаем у них опыт, чтобы его нам в учреждении продлить. И с удовольствием эти начинания поддерживаем и дальше развиваем. То есть по сохранению и развитию родного языка. Вместе в рабочие будни и вместе в праздники. Юбилей сельский детский сад отпраздновал в почти семейном кругу коллег и других почетных гостей. Глава сельского поселения Козым напомнила, что здешние педагоги воспитывают не только козымских ребят, но выезжают и в отдаленные деревни, где нет детских садиков. Вы не только в Козыме, вы у меня и в Юсть летаете, и в Нунто,
и дарите столько тепла нашим малышам. Еще одна особенность олененка в том, что его коллектив на 90% состоит из выпускников этого детского сада. И ветераны не просто наставники для сегодняшних педагогов, это еще и их воспитатели. Одна из них – Зоя Тарлина. Она отработала в детском саду ровно 30 лет. Помнит и корпуса 30-х годов, и радость переезда в современное здание. Конечно, этот шикарный новый детский сад, можно сказать, несравним с тем детским садом. Какие условия там были, какие условия здесь. На вечере, который получился очень душевным и теплым, юбиляров поздравили воспитанники и их родители. Последние особенно ярко подарив зажигательный танец. Елена Филиппова, Петр Михалап, Белоярский информационный центр «Квадрат», специально для программы «Северный дом». Имя сургутянина Андрея Прудникова хорошо известно не только в Югре, но и в России. Клуб экстремального туризма «Андреевский», организованный им, объединил людей, влюбленных в север и в Арктику. Более 15 лет они путешествуют в этих крайне суровых условиях. Провели уже около 200 экспедиций. А в 2012 году первые в России на гидроциклах пересекли Берингов пролив, который разделяет Евразию и Америку. Тем самым они попали в Книгу рекордов Гиннесса России. Прошедшей весной завершилась их экспедиция «Полярный след», маршрут которой пролегал от Камчатки до Мурманской области. На снегоходах они преодолели более 17 тысяч километров. Рассказать о своих необычных путешествиях и экспедициях Андрея Прудникова пригласили в Ханты-Мансийск в рамках проекта «Связь поколений», который организовали совместно городская детская библиотека Ханты-Мансийска и региональное отделение общественной организации «Русское географическое общество» в Югре. На встрече с известным путешественником побывала съемочная группа программы «Северный дом». Судно маломерное, «Кингфишер 920», порт Приписки, город Сургут. Более 15 лет Андрей Прудников и члены его клуба «Андреевский» покоряют северные и арктические территории. За эти годы он организовал более 200 экспедиций. Побывал там, где в буквальном смысле не ступала нога человека. Там, где живут и веками хранят свой уклад жизни, традиции и обычаи коренные народы севера. Где каждый день – это риск для жизни. Где условия настолько суровые и беспощадные, что, наверное, только человек с остальным характером готов снова и снова проходить такие испытания. Наша задача была не только интерес, не только получение адреналина, не только получение удовольствия от езды на снегоходе, но и запись каких-то маршрутов, треков, логистики, ночевок, общение с людьми. Вот это, наверное, самое важное. Поделиться своим опытом и рассказать об уникальных экспедициях Андрея Михайловича в Ханты-Мансийск пригласил руководитель регионального отделения Русского географического общества в Югре Михаил Савченко. Одна из главных целей общественной организации – это изучение территории округа и привлечение молодежи к исследовательским проектам. А встреча с путешественником – совместный проект с детской городской библиотекой «Связь поколений». Мы планируем в ближайшее время создать молодежный клуб регионального отделения. Вот, и, соответственно, мы будем интенсивно проводить подобного рода встречи, вот, потому что они действительно востребованы. И вот молодежь, вот ребята, которые сегодня сидели, было видно, что им это все интересно. О встрече с китами, белыми медведями, об опасностях в экстремальных экспедициях, о том, к чему нужно быть готовым на крайнем и суровом севере, Андрей Прудников рассказал школьникам и представителям старшего поколения. Сам же Андрей Михайлович к экспедициям готовится заранее и тщательно продумывает каждый шаг. Именно поэтому серьезных проблем у команды Прудникова в поездках не случается. Хотя иногда участники экспедиции сталкиваются с неприятностями. Всего не спланируешь. Одна из завершившихся в этом году экспедиций «Полярный след» длилась 4 года и была поделена на 4 этапа. От Камчатки до Мурманской области на снегоходах экстремалы-путешественники преодолели более 17 тысяч километров. В одном из этапов экспедиции на Чукотке им удалось поучаствовать в добыче кита. Местное коренное население, чукчи и эскимосы ведут традиционный образ жизни, и добыча морского зверя для них основной промысел. Интересное зрелище, хотя многие осуждают это, но мы, поучаствовав и увидев все своими глазами, поняли, что охота на кита – это средство выживания тех людей, которые живут вдоль побережья Чукотки, потому что других источников пропитания –
в горной местности по побережью Берингового пролива практически нет. И это единственное место в России, где добывают китов. Коренные народы севера, чукчи, эскимосы добывают кита один раз в год. И до сих пор, как в далекие времена, традиционным способом. Гарпуном получают квоту и выходят в море. Добыча кита – промысел опасный. Случается так, что киты нападают на зверобоев. Но оставить семью без пропитания нельзя. Зимы долгие и суровые. Охота за китами, как я теперь уже понял и увидел своими глазами, носит там древний характер, когда в кита, значит, кидают гарпун, что удивительно. И потом только уже его добивают, когда он устает из карабинов, конечно. Естественно, промышленный вылов запрещен, да, и в магазинах китового мяса вы никогда не купите. Добыв кита выходит весь поселок, который кита разделывает и берет каждое мясо бесплатно столько, сколько ему нужно, то есть до следующей охоты. На достигнутом члены Андреевского клуба останавливаться не собираются. В планах посетить Гренландию и Аляску. Галина Эдин, Кирилл Навьюхов, телекомпания «Югра», специально для программы «Северный дом». Югра без преувеличения – земля, полная загадок и скрытых тайн. Марьина гора, находящаяся близ поселка Половинка Кандинского района, одно из таких мест. Найденные там в разные годы предметы датируются бронзовым и даже каменным веком. А выставочный проект «О чем молчит Марьина гора», над которым совместно трудились мастера Центра народных художественных промыслов и ремесел Югры и Школы мастерской народных промыслов города Урая, призван обратить внимание населения и научного сообщества на памятники историко-культурного наследия региона. Наш специальный корреспондент Анжела Осколкова побывала в командировке в Кандинском районе. И вот какой привезла оттуда репортаж. Югорская земля богата историей и культурой. Кандинская территория не исключение. Именно здесь находится знаменитая на всю округу Марьина гора, где буквально под ногами хрустят древние керамические черепки. Вот почему это место привлекло историков, археологов, искусствоведов, художников и мастеров Югры. Так усилиями Ассоциации народного искусства и дизайна и Центра народных художественных промыслов и ремесел Югры возник проект «О чем молчит Марьина гора». Возник у нас проект «О чем молчит Марьина гора?» для того, чтобы была возможность поднять и познакомиться с теми исследованиями археологов, которые начали заниматься в Кандинской низменности. И когда мы стали сопоставлять материалы, собирать, систематизировать по этому региону, то оказалось, что на Марьиной горе жили еще в каменном веке. Серьезных археологических исследований на Марьиной горе не проводилось. Однако известно, что люди жили на этой территории задолго до появления здесь народа манси. Поэтому главная цель проекта – привлечь научное сообщество археологов, исследователей и историков к феномену Марьиной горы. Однако основная миссия – это научить местных жителей бережному отношению к памятнику культурного наследия. Люди приезжают и просто разрушают памятник культуры. А именно на Марьиной горе, когда забирают земли и думают, что это чернозем для своих огородов жители города Урая, то на поверхности остаются осколки, черепки очень древней керамики. И вот тогда-то мы впервые познакомились с первыми такими керамическими изделиями. На основе археологических исследований Кандинской земли, а здесь находили не только керамические черепки, но и остатки ткани из крапивы и конопли, циновок из камыша и исторической литературы, руками мастеров Окружного центра народных художественных промыслов и ремесел и Уральской школы мастерской народных ремесел были воссозданы керамика, архаичные костюмы, вышивка, северное вязание одной иглой и циновки. Это все идет реконструкция исторической литературы, исследований. То есть это все имеет под собой не то, что вот простое звучание, там, давайте-ка циновочку сплетем. Нет, на этом все, у этого всего есть исторически изученный материал, то есть это не просто пустой звук. Это литература исследователей, которые здесь все равно пишут, и территориально все равно же это все изучалось. Стоит сказать, что у жителей Урая, особенно у детей, проект «О чем молчит Марьина гора» вызвал немалый интерес. Ведь при посещении выставки ребята могут почувствовать себя настоящими археологами и даже научиться древнему ремеслу плетения циновок. Для детей у нас разработана интерактивная программа.
в ходе которой мы не только рассказываем, что здесь такое, вот, да, как в обычных музеях, там, пройдите, посмотрите, руками не трогайте. Нет, у нас, наоборот, все выстроено таким образом, чтобы дети могли не только все это посмотреть своими глазами, а и потрогать. Коллекция реконструированных предметов получилась такой большой, что час выставки «О чем молчит Марьина гора» было решено экспонировать в Учинском историко-этнографическом музее имени Анатолия Николаевича Хомякова в поселке Половинка Кандинского района. Я думаю, что здесь вообще на этой выставке уникальная возможность просто окунуться в какую-то загадочную атмосферу наших предков. Нам важно, чтобы жители города, жители Кандинского района знали свою историю, где они живут. Потому что получилось так, что люди знают, ну, вот этот период, где они вот живут, и их родители, и все. А что раньше было, что здесь жители, люди с каменного века, никто, вот получается, что мы какой-то открыли чистую страницу истории Кандинского района. И вот сейчас она будет наполняться. По мнению создателей выставки, Марьина гора лишь слегка приоткрыла завесу хранимых в ней тайн. А значит, мы еще не раз услышим о громких находках с Кандинской земли. А сама экспозиция «О чем молчит Марьина гора» будет путешествовать по городам и селам округа и таким образом способствовать появлению интереса у югорчан к истории и археологии своего края. Анжела Осколкова, Кирилл Навьюхов, Ильдар Муратов, телекомпания «Югра», Кандинский район. Специально для программы «Северный дом». В течение года общественные организации Югры проводят различные образовательные семинары-практикумы по традиционным промыслам и ремеслам обских угров. Один из таких семинаров по изготовлению охотничьих поясов народов Ханты и Манси был организован Союзом мастеров традиционных промыслов и ремесел на средства гранта Департамента образования и молодежной политики Югры. Для проведения такого уникального мастер-класса организаторы пригласили народного мастера России Якова Тарлина прийти на семинар, не просто принять участие, но и попытаться изготовить традиционный пояс охотника Ханты под пристальным вниманием настоящего мастера своего дела. Смогли все желающие. Съемочная группа нашей программы узнала все тонкости изготовления охотничьих поясов. Под пристальным вниманием народного мастера России Якова Тарлина молодые ребята впервые пробуют создать традиционный охотничий пояс. Таких мастеров, как Яков Тарлин, сегодня практически не осталось. Поэтому передача традиционных знаний – одна из главных целей семинара-практикума, который организовала некоммерческая организация «Союз мастеров традиционных промыслов Югры». У нас это полномерно, то есть это цикл мероприятий. У нас, то есть непосредственно еще и при молодежной организации обско-угорских народов и «Союз мастеров», они уже ряд мастер-классов проводили, где были обучения по шитью, там как раз вот рубашек там женских, мужских. Вот, и подвязки мы тоже, в принципе, уже делали. Соответственно, нужно еще быть подпоясанным. Охотничий пояс – один из важнейших элементов традиционного мужского костюма. На поясе есть все необходимые атрибуты, которые нужны охотнику или оленеводу в лесу. Без пояса мужчина никогда не выходил из дома. Два ножа – один широкий, один узкий. Как бы широкие... Он применяется постоянно, ну, широкий он, костер развести, ну, то есть он всегда под рукой. Ну и обязательно, конечно, старается вешать рог, значит, его основная задача – это кожа же, она затягивается. И когда, если она смоченная, она мокрая, потом высыхает, она затягивается очень жестко. Изготовлением поясов всегда занимались сами мужчины. Смастерить его нетрудно, считает мастер. Для этого требуется только терпение. Все остальное приходит с опытом. В руках Якова Никифоровича хантыйский пояс превращается в настоящее произведение искусства. Главное – соблюсти все каноны и стиль. То есть вот эти особенности надо прослеживать. Это как, так же, как при изготовлении инструментов музыкальных, там тоже особенность вот именно соблюдать. Тогда мы будем знать, откуда этот мужчина. А чтобы понимать, из каких мест мужчина, у поясов есть локальные особенности. К примеру, казымские или абские ханты на пояс приделывали костяные бляхи с розеточным орнаментом. А вот восточные ханты украшали пояс кругляшками из кости. То есть вот таким образом. Вообще это очень интересные вещи. То есть вот в таком плане у них идет... То есть вот пояс.
Пояса охотников и оленеводов тоже имеют принципиальное отличие. На поясе охотника не должно быть ни одной детали, которая производит лишние звуки, чтобы не спугнуть дичь. А у оленевода наоборот. На поясе должны быть звенящие детали, чтобы его было слышно в лесу. Прежде всего, пришедший сюда народ пришел в бронзовых поясах воинских. Бронзовый пояс не может быть охотничьим, потому что металл издает звук, звучание. На охоте это звучание не нужно. На охоте нужно, чтобы тихо ходить. Прежде чем провести такой мастер-класс, организаторы работали с фондами Музея природы и человека, где хранятся старинные традиционные охотничьи пояса обских угров. В этом им помогли специалисты-искусствоведы, которые рассказали об особенностях поясов народов Ханты и Манси. По мнению этнографа Татьяны Молдановой, на территории Югры пока еще сохраняется традиционный стиль при изготовлении охотничьих поясов. Хотя уже сегодня очень часто встречаются работы мастеров, которые сильно отличаются от традиционных. Настоящих мастеров вообще-то у нас на Югре очень мало уже, просто очень мало. Они единицами насчитываются. Ну, пытаются многие как-то так, да. Но нет у нас профессионалов, люди, которые бы профессионально им объясняли, профессионально с ними работали. То есть нам нужны специалисты. В таком уникальном семинаре поучаствовали ребята из Ханты-Мансийска, те, кто неравнодушен к своей родной культуре. В будущем они планируют проводить такие семинары самостоятельно. Мне кажется, это единственный способ сохранить традиции, вообще передавать их вовремя, чтобы они остались у нас в памяти. В дальнейшем такие семинары будут проходить не только в Ханты-Мансийске, но и в других муниципалитетах с обязательной фиксацией на фото и видео, чтобы сохранить богатое культурное наследие обских угров, пока оно еще живо и не трансформировалось в нечто иное. Галина Эдин, Ильдар Муратов, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск, специально для программы «Северный дом». Учинский историко-этнографический музей в поселке Половинка Кандинского района готовится отметить в следующем году свое 30-летие. Он был создан Анатолием Николаевичем Хомяковым в 1990 году и начинался с нескольких десятков экспонатов. Сегодня фонды Учинского музея насчитывают более 9000 экспонатов, а его основатель носит высокое звание почетного жителя Кандинского района. В 2018 году Анатолий Хомяков за вклад в сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера был награжден премией имени первого мансийского поэта Юана Шесталова. О том, как создать музей с нуля, расскажем прямо сейчас. Пящий Олан, дорогие гости! Здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас на территории Учинского историко-этнографического музея в поселке Половинка. И по древним обычаям нашего народа манси, все гости, которые приезжают на территорию мансийского селения, обязательно должны были пройти через священный огонь. Учинский историко-этнографический музей в сельском поселении Половинка Кандинского района был создан стараниями всего одного человека – Анатолия Хомякова. Всю жизнь Анатолий Николаевич проработал в местном леспромхозе, а выйдя на пенсию, понял, что культура и быт его предков, восточных манси, почти канула в лету. Поэтому 10 декабря 1990 года в приспособленном помещении для тогда еще школьников он открыл Учинский музей. Мне хотелось, чтобы дети знали историю своей родины, своего края, вот этой маленькой родины. Историю родины, там, этой России, там учат в школах. Вот. А историю каждого, где он живет, никто не учит. Вот это и хотелось, чтобы школьникам, я хотел со школьниками, и связь иметь, и, значит, приводить их сюда. На момент открытия музейные фонды насчитывали всего 50 экспонатов. Чтобы это исправить, Анатолий Хомяков начал буквально обходить дома Кандинского района, путешествуя от деревни к деревне на своем стареньком запорожце. Началом же экспозиции мансийской усадьбы под открытым небом стал амбар, которому сейчас более 200 лет. Интересно, что амбар поделен на мужскую и женскую половину, в каждой из которых хозяин и хозяйка мансийского стойбища хранили свои личные предметы быта, принадлежности для охоты и рыбалки. Анатолий Николаевич самолично выпросил, перевез в Половинку и отремонтировал старый амбар, заменив пол и крышу. Это самый экспонат. Ему уже 150-200 лет. Я его больше нигде не найду. Давай проси. Он, да забирай меня. Я хотел на дрова испилить, мужик говорит. Он мешает мне тут. Вот. Как забрать? А в те годы не было такой техники, как сейчас.
Надо было какой-то трактор просить в леспромхозе. Вот этот привез, я вот здесь сложил. Сегодня Анатолию Хомякову 89 лет, и он уже, конечно, отошел от дел. Однако его музей в надежных руках. Эстафету подхватили дети и внуки. За годы работы в Учинском музее сформировалось несколько коллекций по археологии, этнографии и нумизматике. Естественно, научная коллекция включает в себя растительный и животный мир. Однако главная гордость – музей под открытым небом, где все постройки выполнены в натуральную величину и отражают особенности традиций восточных манси. Именно здесь проводятся самые увлекательные экскурсии для гостей Учинского музея, которые, кстати, съезжаются со всего Кандинского района. Экскурсии бывают разные. Бывает обзорная экскурсия, в которую входит знакомство людей с обрядами. То есть гостей при входе на территорию нашего музея встречает научный сотрудник в национальном костюме, проводит там обряд очищения, знакомит их с культурой наших предков. И затем уже знакомит с бытом, с традициями и так далее, и знакомит с музеем. Также экспозиция под открытым небом часто становится местом проведения традиционных праздников. Вороний день, День рыбака и особого мансийского праздника, который возрожден по воспоминаниям Анатолия Хомякова, праздника поклонения солнцу. Этот праздник мы возродили по рассказам Анатолия Николаевича. То есть он информант, он нам рассказывал, как в его роду, в роду Кауртаевых, его предки проводили этот праздник. И, соответственно, мы его восстановили по его рассказам. Полностью. Он пользуется большой популярностью, потому что это единственный праздник, который отличается от всех возможных праздников национальных вообще на нашей территории. Потому что тут есть и обряд жертвоприношения, причем кровный обряд жертвоприношения. Одна из главных задач, которую ставит перед собой администрация Учинского музея, это строительство нового комфортного здания, потому как на сегодняшний день экспозиционный зал музея – это приспособленное помещение. Основатель Анатолий Хомяков также надеется расширить территорию и для экспозиции мансийскую усадьбу под открытым небом. Сейчас его единственная мечта – это увидеть строительство нового музея. Он хочет, чтобы его дело продолжалось и ни в коем случае не затыхало, не заглохло. И чтобы его экспонаты, которые он собирал на протяжении всей своей жизни, были достойно представлены людям, а не пылились в фондах за неимением площадей. Удивить своих посетителей Учинскому музею действительно есть чем. За почти 30-летнюю историю Анатолию Хомякову и его последователям удалось собрать около 10 тысяч уникальных экспонатов, отражающих культуру и быт восточных кандинских манси. Загвоздка лишь в нехватке выставочных площадей. Анжела Осколкова, Кирилл Навьюхов, телекомпания «Югра», Кандинский район. Специально для программы «Северный дом». Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Северный дом». Я, Галина Эдин, прощаюсь с вами. До новой встречи на телеканале «Югра».